Завершилась третья международная олимпиада по точным наукам среди подростков «Лаборатория подготовки талантов». Состоялась она при организации и поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана. Начиная с 2013 года олимпиада проводилась каждый год на республиканском уровне, а с 2017 года получила статус международный. В 2019 году Азербайджан в третий раз стал местом проведения олимпиады. Участниками состязания являются молодые люди до 16 лет. Сегодня в столице состоялась церемония награждения победителей. Приняли участие в международной олимпиаде представители 10 стран. Команда Молдова и ментор команды Евгения. Самые сильные, самые хорошие, самые лучшие школьники из разных государств принимают участие в наших олимпиадах. Я думаю, что помимо того, что вы еще раз практикуете свои знания, показываете свою силу, обменивайтесь информацией, опытом и, самое главное, налаживайте новые контакты. Я уверен, что каждый из вас уезжает здесь, найдя большое количество в себе друзей. Уже со следующего